Алматинский «Карат», «Актобей» и шымкентский «Ордебасе» сыграли первые матчи в квалификационном раунде Лиги Европы. «Карат» обыграл албанскую «Теуту» со счетом 1-0. Автором единственного гола стал российский легионер Андрей Аршавин. «Актюбинцы» сыграли дома в ничью с венгерским МТК. Счет был открыт на 30-й минуте Шандором Тургеле. Вскоре Дидар Жалмукан забил пенальти и сравнял количество очков. Больше голов в этом матче не было, а вот «Ордебасе» потерпел в гостях разгромное поражение от сербской команды «Чукарички». Игра завершилась со счетом 3-0. Ответные матчи этих команд состоятся 7 июля. «Кайрат» и «Ордебасе» будут играть дома, а «Актобе» поедет в Венгрию.